Слава Богу! Тема моей сегодняшней проповеди – Божие повторение. Кто-то сказал – повторение – мать учения. Иоанн Креститель два дня подряд указывал на Иисуса Христа и повторял – «Вот Агнец Божий». На это место Священного Писания наш брат Яр Николаевич Пести сказал так – «Братья, повторяйте свои проповеди, но пусть они всегда указывают на Иисуса Христа». Слава нашему Господу! В основании своей проповеди я возьму целую шестую главу Евангелия от Марка. Я полностью читать ее не буду, только коснусь некоторых моментов на протяжении всей этой главы. Когда Иисус Христос пришел в свое Отечество, Он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили, «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их и дивился неверию их». Видите, как делает неверие? Оно лишает нас славы Божьей. Оно лишает нас Божьих чудес, Божьих действий в нашей жизни, Божьих исцелений. И только на немногих больных Он возложил руки, на тех, которых, я думаю, было у которых хоть сколько-нибудь веры, и они получили исцеление. И что делает Иисус Христос в этот час, в такие моменты, когда не принимают Его, когда не верят в Него, как в совершенного Бога, который с ними ходит. Когда чудесам они удивляются, но чтобы получить чудеса, они не воспринимают, прогрессирует их неверие. Что делает Христос? Написано дальше. «Потом ходил по окрестным селениям и учил». Он принял решение одно – ходить самому по окрестностям. Вот в этом отечестве, вот в этом городе не принимают меня, но я буду стучаться к ним другими людьми, я другим расскажу, я сделаю еще попытку, я буду учить других. Они еще без учения не могут принять мои чудеса, мои действия, нужно их научить, я буду учить других. Весь о том дойдет к ним, он делает такой ход. Одно решение и другое, написано, начал посылать по два учеников своих и подключает своих учеников. Он не остановился, его не приняли, он не остановился. Братья и сестры, бывает так у нас, что нас не приняли, нас не поняли. Нам сказали, ты гордый, ты ничего не понял, да я же тебя всю жизнь знаю. Что ты там начинаешь возмущать воду? Не поняли нас. И мы руки опустили. Так бывает. Но Христос так не сделал. Христос пошел дальше. Он других даже подключил, своих учеников. И вот мы можем представить себе, идет Петр и Иоанн, а навстречу идет слепой. Как идет? На ощупь, ощупью. Палку, может, имеет с собой, дорогу пробует, куда идти. А там Петр и Иоанн, посланные Господом, со властью и силой от Господа, и говорят, в имя Иисуса Христа прозри. Он прозревает. И он прозревает, и славит Бога. А там идет Матфей, мытар, у которого была такая себе репутация, сдырщик, обидчик. И Фома, тот, о котором мы знаем, что он такой неверующий, говорим, потому что по воскресении Иисуса Христа он не уверовал. И вот таких Христос поставил в пару. И идите, и благовествуйте.
Один с не самой хорошей репутацией, с другой не самой великой верою. Но здесь у них власть от Господа. И бес выходит. Мы можем представить, они говорят, он дал им власть. Во имя Иисуса Христа выйди. И человек радуется, и идет к соседям своим и говорит, все, я нормальный, меня не нужно бояться, я пойду с вами в синагогу, я пойду с вами в храм, я буду вместе с вами служить Господу. Аллилуйя! Такие чудные действия Господа были, и вот эта весть распространяется. Написано, имя Его стало гласно, имя Иисуса стало гласно, вот какой результат! А можно было остановиться, но Бог повторял, повторял стучать в сердца людей. И Он повторяет стучать в наши сердца и на этом месте. И эта весть дошла до Ирода, до царя. И он начинает думать, а кто это такой? Кто это такой? Что это за имя? Что не он сам, только другие люди, только называют его имя, и бесы выходят. И исцеление происходит, хромые вскакивают. Кто же это такой? И он начинает задумываться и говорит, это, наверное, Иоанн Креститель. Я его обезглавил, но он воскрес из мертвых. Это имя Иисуса Христа напоминает Ироду о его прошлой жизни, о его грехах нераскаянных. И он, Христос, так начинает стучаться даже к царю Ироду. Имя его стало гласно. И он думает, это необычайный человек. Это что-то не так. И он всю свою жизнь переворачивает, он вспоминает все свои нераскаянные грехи. Бог продолжает стучать, аллилуйя, и к царям. Братья и сестры, мы думаем, что к ним никому нет дела, они там на высоте, никто к ним не может достучаться. Бог стучит и в их сердца, аллилуйя нашему Господу. Это Его имя, оно чудно, оно гласно, и оно распространяется уже 2000 лет. И сегодня мы собрались тоже во имя Иисуса Христа, аллилуйя нашему Господу. И вот когда все вот эти действия происходят, приходят ученики к Иисусу и говорят, «О имени Твоем и бесы повинуются». И они радуются и дают отчет, можно сказать, Иисусу Христу, и говорят, «Я видел слепого, я имя Твое призвал, и он исцелился. Я видел хромого, и он стал. Я видел еще какого-то больного, и он исцелился о имени Твоем и радуется». А Христос вот смотрит на них, смотрит и понимает, что они устали. Мы можем представить, так написано, я перекажу, что даже кушать не было времени. Вот нет времени. Приходят люди к ученикам, знают, что получат исцеление, и идут, идут. Мы можем представить, вот седает один под дерево отдохнуть, другой на камень садится, что-то берет, разматывает, чтобы покушать. Но подходят люди и говорят, я больной, у меня проблема, у меня бать больная, брат, сестра. И дальше, дальше идет, идет, и Христу не только этих людей стало жалко, но и учеников. И он говорит им, пойдите в пустынное место и отдохните немного. Люди видели в учениках тех, которые делают большую Божию работу и получают от них исцеление. Они это видели в учениках, но люди не видели усталость. А Христос видел. Аллилуйя. Христос знает, брат, сестра, твою и мою усталость. Может, Бог много чудес сделал в нашей жизни, и, может, через нас сделал. И мы шли, мы завоевывали души за Иисуса Христа для Него. А здесь усталость. И Христос знает, потому что Он хочет их научить чему-то большему. Вот было чудо, чудеса сопровождали их, когда Иисуса с ними не было. Не было Иисуса. И они делали сами эту работу, которую повелел Иисус Христос. Но эту работу они видели в Иисусе. Они видели, как Христос исцелял, как Христос учил. Они тоже проповедовали покаяние, написано. Это все они видели. Но вот когда пришло много людей в пустынное место, и нужно было накормить 5000 людей, этого они не видели. Еще такого не было. И Господь повторяет урок ученикам, ведет их к вере. И когда пришло много людей, ученики посмотрели на это все и говорят Христу, отпусти людей, отпусти, пусть себе купят покушать. Знаете, так бывает в нашей жизни. Мы делаем Божью работу, потом отдыхаем.
Это нормально. Это Христос дал повеление немного отдохнуть. Но потом, когда приходит снова испытание, снова урок, знаете, мы как говорим, мы как бы расслабляемся, говорим, завтра приходи. Ну, приди завтра. Ну, ты не видишь, ну, где я тебе в пустыне возьму сколько хлебов? Ну, как я тебя накормлю? Ну, иди сам себе купи, решай свои проблемы сам. А я сам покушаю, потому что некогда даже покушать. Ты себе сам, и я себе сам, и все врозь. Вот так бывает в наших сердцах, так бывает. Но Христос учит другому. Говорит, вы дайте им есть. Я тот же, я с вами. Там меня не было с вами, только мое имя, только моя власть и сила. А здесь я сам присутствую. И это хорошо, что они пришли к Иисусу, и Господь пришел на помощь. Еще один урок, еще Божье повторение. Господь есть с нами, братья и сестры. Нам кажется, эта проблема нерешима. Как мы это сделаем? У нас нет средств такое сделать. Мы даже такого не видели в жизни. Это что-то новое в нашей жизни. Мы не можем понять, что Господь требует от нас. И вроде провал. Но Господь пришел на помощь. Аллилуйя. И потом дает уже следующее учение для учеников. Идите, плывите, переправьтесь, а там буря. Но в 4 главе уже описано, что Христос останавливал бурю. Он их пускает на второй круг. Он делает еще одно повторение, и написано, они не вразумились чудом над хлебами, что Христос и есть с ними, что в Иисусе они сильны даже бурю остановить. Но они там потерялись. Иисус идет к ним по морю. Они смотрят на Него. Он как бы усиливает вот этот страх их, вот это учение свое. Два раза было такое, знаете, в торжестве. В торжестве они шли, учили, благовествовали, исцеляли. Это торжество было. Второй раз тоже торжество. Господь накормил. И еще, знаете, как им показал это вот чудо умножения хлебов? Я не знаю, кто-то переживал. Я нет, я думаю, никто из нас. Чтобы чудо длилось несколько часов. Вот бывает, что Господь исцеляет мгновенно, да? Мы вот увидели руку Господню. А вот хлебы берут и 5000, 12 человек только. Раздать 5000 хлеба, это берет хлеб, а он не заканчивается. И это час проходит, второй час, и раздаются хлебы. И они видят это чудо. И вот когда они это все видят, сердце их каменное. Христос видит сердце их и понимает, эти два чуда, эти два торжества им не помогли. Нужно страх. Страх. Нужно привести их в чувство. Нужно каменное сердце разбить. Они не поняли, кто с ними. Они других людей приводили ко Христу, а сами до конца не понимали. И Господь вот дал им этот страх, дал им эту бурю, и усиливает, идет по морю. И они себе думают, они даже не могут представить, что это Иисус. Да не, ну так не может Бог поступать. Только что так благословлял, так помогал, так выручал, а теперь буря. И они думают, это призрак, это привидение. Нам привиделось, так Господь не поступает. Но Христос говорит, нет, это я, ободритесь, это я, не бойтесь. И написано, они удивлялись, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце окаменено. И Христос разбивал это сердце. И дальше мы читаем, и переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, убежали всю окрестность и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться, хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Братья и сестры, эта глава начинается с описания сильного неверия людей, а заканчивается глава с описания сильной веры людей.
Братья и сестры, Господь повторяет, Господь стучит. И даже эта земля Генесарецкая уже не Отечество Христа, но уже принимало Христа. Бог стучится к людям, Бог стучится к ученикам своим, к нам стучится. И написано, ныне, когда услышите глас Его, не ужесточите сердец. Не ужесточите сердец ваших. На этом месте мы слышим глас Господа. На этом месте Господь стучит в наши сердца. И часто Его задача – разбить наше каменное сердце. Мы не можем понять, что Он тот же, и Он с нами. Он тот же, но Он не где-то там, но Он с нами, вот здесь, вот прямо сейчас, в нашем собрании. И когда Христос преломил хлеб и сказал, «Это тело мое», Он говорил сначала, «Примите, а потом едите». Его нужно принять, Его нужно принять верою. Его нужно принять, Его нужно беречь, вот эту благодать Его верою, и тогда вкушать. И мы это будем делать сегодня. И мы будем сейчас молиться. И есть такой псалом, «Кто бы дал мне слезы раскаяния, плакал бы я день и ночь». Знаете, иногда нам слезы помогают разбить эти каменные сердца. Господь стучит в наши сердца. Он дает разные способа, чудесами. Даже страх посылает нам, чтобы убоялись мы Господа и воздали Ему славу. Господь стучал к фараону. Написано, пришел Моисей и тоже ему такие знамения показал. Руку в пазуху достает, она в проказе. Еще раз в пазуху, она здорова. Но не помогло. Каменное сердце фараона. Он бросает жезл свой, из жезла змея выходит. Но он подключает чародеев своих. Он еще противится дальше. И они так делают. Но превосходство власти Господа. И змея Моисея поедает все эти жезлы другие. Это превосходство Господа. А мы можем подумать, ну, только два. Я говорю, что только два. А дальше 10 наказаний для Египта. Что это было? А дальше написано, Бог с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели. Фараон отвергнул. Мы не знаем, сколько раз Бог будет стучать в нашу жизнь. Вот фараону два знамения дал, а дальше наказание, наказание, наказание. Мы не знаем, сколько Господь будет терпеть нас, будет давать нам свои повторения. Мы не знаем, но лучше не ожесточать сердце, идти к Нему, идти к Нему. А если где-то было ожесточенное, у меня или у вас, давайте попросим Его прощения, приготовим свои сердца принять Его, полностью принять Его учение, полностью принять то, что Он хочет в нашей жизни, и будем вкушать от хлеба и от чаши сей. Да благословит нас Господь. Давайте помолимся. Аминь.